Московское время в городе Мурманск 4 часа 20 минут. Ну вот, закончили. Начали мы где-то прессовать. В 3 он приехал, но вот уже расцвело. Значит, это вот маркером я ставил метку, чтобы попасть в тот задний стопорный болт. То есть я вставлял болт туда длинный, смотрел, куда он выходит, и здесь ставил метку, чтобы попасть, угадать в отверстие. Все четко совпало милим в милим. И здесь на пальце маркером начертил меточки, как она, как отверстие в них. И совместив этот маркер, мы стали бить и четко попали туда. Вот такие дела, ребята.